Қаладағы Кегок акционерлік қоғамындағы электр желісінің екі генераторы істен шығып, шахардың сол жақ бөлігімен кей жерлері жарықсыз қалды. Олқылықтың кесірі саяси науқанмен кәсіпорындарға да тиді. Мәселенің мән-жайын білу мақсатында облыс әкімі Кегок акционерлік қоғамына барды. Махамбет Осмұхамбетов мекемедегі атқарылып жатқан жұмысты көріп шығып, қызметкерлердің есебін тыңдады. Кеше шұғыл түрде қолға алынған жұмыстардың арқасында тұрғындарды электр энергиясымен қамтамасыз ету толығымен қалпына келтірілді. Батыс филиалының энергожүйесінде болған технологиялық ақаулар бұрынғы қабылданған инвестициялық жобаларды жедел түрде жүзеге асыруды қажет етеді. Өңір басшысы энергожүйесінде кінәрат болмауды қамтамасыз ету үшін бірқатар тапсырмалар берді. Да, первая причина – отключение линии 201.5. Она отключалась, мы ее пробовали включать, показывала все время разные место повреждения, то есть показывало, что это не обрыв провода, ничего, это какая-то блуждающая вот субстанция в виде вот этого короны. В Западно-Казахстанской области уже за сутки до этого есть проблемы. С обледенением, с отключением, то есть там их калашматило уже. И вчера уже сказали, что у них на какой-то подстанции автомат взорвался. То есть это проблема. Мы могли предвидеть, что она придет? Нет, мы не могли ее никак предвидеть. К сожалению, линия относится к наиболее уязвимой части электрической схемы. Когда она стоит под напряжением, мы никак не можем воздействовать на нее для избежания вот отложений каких-нибудь в виде солей или в виде гололеда. Это, к сожалению, вот такая вот особенность именно линии электропередачи. Ну, смотрите, у нас же резких перепадов температуры не было, снегопадов не было. Ну, то, что было там в Уральске, обледнение, оно к вам не приходило. То есть, наверное, на самом деле, спокойная, нормальная погода. Ни пыли, ни ветра, ни дождей, ни осадков других. Ничего. То есть, это... Там, когда, там, где есть, допустим, гололед, у меня стоит гололедный пост на, в районе 10-го разъезда, где на, рядом Моната спуск есть, в, между Шитпе и Советесом. Там у меня каждый год установлен гололедный пост, вагончик, техника стоит, там всегда гололед. Мы это ждем. Такого вот развития событий никто из нас не ожидал. И вот при всей нашей, при всем нашем опыте, каждый из нас проработал более 30 лет в энергетике. Это первый случай, когда мы видим. Я слышал даже.